странах Центральной Азии может появиться единое информационное пространство, задачей которого в том числе станет борьба с фейковой информацией. Причем делать это, бороться, будут и с помощью искусственного интеллекта. Такую инициативу озвучили сегодня на первом Центральноазиатском медиафоруме. Репортер студии 7 Тимиргали Ахат там был, разговаривал с экспертами и знает, к чему приведет это и другие идеи, что предлагают профессионалы. Бороться с фейками и развивать культуру проверки информации – главное решение участников форума, для которого решено объединить медиарынок. А СМИ нужно снабдить технологиями, которые, в свою очередь, упростят задачу авторов и обеспечат цифровую гигиену. В этом направлении определяющую роль сыграет внедрение искусственного интеллекта, считает основатель компании Big Data Алексей Драль. Соответственно, в рамках именно медиа-индустрии сейчас, насколько я понимаю, стоит вопрос построения таких аватаров, которые позволят решать вопрос или вести коммуникацию напрямую с зрителем или с клиентом, потребителем этого контента. Алгоритмы будут работать все лучше и лучше. Будет появляться опыт, понимание такое, это было фейк-ньюс или не фейк-ньюс. Соответственно, машина сможет отличать, что является хорошо или плохо с точки зрения этого разметчика и делать подобным образом. Помимо этого, бурный интерес вызвала сессия на тему роли женщины в медиа и в целом гендерного равенства в сфере. По словам спикеров, главная проблема медийного цеха в том, что авторы предпочитают писать скорее о политических деятелях, чем о гендерном неравенстве. И если говорить, опять же, важность стереотипизации, курица-яйцо, что важнее, наше общество, наверное, стереотипы, и журналисты им следуют, либо журналисты формируют новую повестку и говорят, вот это старое, а вот это новый Казахстан. И для нового Казахстана, вот термин, который сегодня был использован, Аида, этот слышащий Казахстан и слышащее государство, по-моему, вот это прекрасный пример того, что нужно развивать и показывать как обществу, так и девушкам, что неважно, какой у тебя бэкграунд, неважно, какой у тебя опыт, откуда ты, но ты можешь быть услышана, и ты можешь этого достичь. Также на форуме обсудили темы измерения региональной идентичности, развития новых медиа, будущее креативных индустрий в Центральной Азии, возможности регионального и глобального объединения для обеспечения информационной безопасности. Тимиргали Ахат, Санат Имангали, студия 7. Друзья, не забывайте подписываться на наши социальные сети. Там вы найдете больше эксклюзивной информации, больше интервью, больше мнений экспертов и больше аналитического материала. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь.